Всем привет! Скорее всего, у вас такое тоже было. Есть люди, после общения с которыми вы чувствуете опустошение и упадок настроения. Но почему так происходит? Давайте разбираться и найдем того человека, который крадет вашу энергию, а также тратит ваше время. Тип первый. Это надменный тип. Человек, который не проявляет к вам должного уважения, не заслуживает общения с вами. Если вы позволяете ему общаться с вами пренебрежительно, несмотря на свои принципы, то вы тратите свою энергию попусту. Тип 2. Патологический врун. Обман людей, которым вы доверяете как себе, может очень сильно испортить настроение. Лучше сразу выкинуть таких людей из своего окружения, и ваша жизнь изменится только в лучшую сторону. Тип 3. Лицемерный человек. Тем людям, которые притворяются вашими друзьями, но которыми за вашей спиной поливают вас грязью, не место в вашей жизни. Они с большим удовольствием подпортят вашу репутацию и подставят без каких-либо угрызений совести. Таким друзьям, в кавычках, стоит помахать рукой. Тип 4. Потребитель. Увы, так сложилась жизнь, что мы в какой-то мере друг друга используем. Мы заводим полезные и нужные знакомства, которые принесут нам выгоду. Но если нет пользы в этом знакомстве, то мы не торопимся заводить какие-либо отношения. Но в жизни иногда встречаются такие люди, которые ничего не приносят в вашу жизнь, но при этом относятся к вам потребительски. Они будут забирать всю вашу жизненную силу, как паразиты. С этими персонажами желательно сразу распрощаться. Тип 5. Люди, которые крадут ваше время. После общения с ними вы чувствуете, что ваше время бесполезно потрачено. Вы думаете, что лучше бы книжку почитали или с семьей провели время. Пустая болтовня, никаких интересных тем и удовлетворения от общения. Ваша жизнь не бесконечна. Тратьте ее только на тех людей, с кем вам хорошо и с кем вам комфортно.